Вот покажу вам свою капусту кальраби. Следующая на очереди. Может быть, надо было уже давно посадить. Ну, как получается. Так получается, вот она. Да, ей надо земли, чтобы там, я так понимаю, образовывались вот эти вот качанчики. Вот она какая будет. Для тех, кто не знает, вот это вот кальраби, так она выглядит. Это мои перчики, которые тоже ждут очереди. Ну, не знаю, девочки, подскажите, что мне положить в ямочки? Ничего, чернозем просто и полить, да? Я так думаю. Надо уже, надо. Мои огородчики, будем заниматься. Вариантов других нету, раз семена посеяли, труд вложили, любовь вложили. Должно что-то из этого получиться у нас с вами. Если вы мне напишите, что там, какой-то, может быть, нюансик, какой-то секретик вы знаете, то пишите. Знаю, что женщины много смотрят. Есть такие с опытом у нас огородчики. Девочки, делитесь. Не скромничайте. Все, всем пока. Если будут какие-то у вас рекомендации, два слова, буду благодарна.